Президент Соединенных Штатов Америки гордится великой честью отметить мужчин и женщин, проявивших выдающуюся храбрость перед лицом превосходящих сил противника. Отважных и мужественных бойцов так много, что я их всех и не перечислю. Но с огромной радостью назову имена героев, чьи действия заслуживают особого признания. Подполковник армии США в отставке Мик Каналес. Президент Соединенных Штатов подписал указ о награждении военно-морским крестом командора Стоуна Хоппера за проявленный героизм. За погибшего брата эту награду получает лейтенант-командор Алекс Хоппер. Подождите, мистер Хоппер. Я с большим удовольствием вручаю вам серебряную звезду за вашу исключительную отвагу и героизм, проявленный во время боевой операции. Надеюсь, что увижу вас в должности командира боевого корабля. Совсем скоро. Я рад. До того я тут с вами расставаться. Готовы улыбать. Так, встали, сказали... Ну, давай, зверь, снимай. Морфлот. Морфлот! Неплохо стартовал Хоппер. Готов спрыгнуть со своего эсминца и служить с настоящими мужиками? Да, сэр. А кишка не тонка? Надеюсь, что нет, сэр. Позвони мне. Не заснуть ли мне там от скуки, сэр? Боишься со скуки заснуть? Боюсь, сэр. Мы этого не допустим. Давай, Хоппер, вставай рядом с Рогатой. Отлично смотритесь, из вас выйдет классная парочка. Ну, такой модный. Свидание? Так, вы все сказали, морфлот. Да, только мне не нравится. Я очень извиняюсь. Простите. Выбирает же время. На одну минуту. Поздравляю. Спасибо, гордишься мной? Еще как. Я люблю тебя. И я тебя. Я везучий парень. Вот поэтому сейчас самое время с папой поговорить. А он где? Ну, решил. Только что был здесь. Две минуты, только прямо что сейчас. Был. Буквально. Ой, смотри, кто это там? Ты и правда везучий парень. Вперед. Пальцы крестиком, это помогает. Сэр. Слушаю. Хочу сообщить, что я люблю вашу дочь. Я прошу у вас позволения взять ее в жены. Ни за что. Спасибо, сэр. Вот увидите, что... Что? Нет. Сэр, я ведь мир спас. Одно дело планету спасти, а другое завоевать мою дочь. Да, но... Ты ведь... слышал То есть... мое слово, Хоппер. А теперь извини, я опаздываю на обед. Пожалуй, съем буррито с курицей. Буррито с ку... Сэр! Пошли, Хоппер. Обсудим условия твоей капитуляции. Есть, сэр. Она вам все рассказала? Да.